Всем привет! Вот, решили снять видео. С дочкой купили, как мы все знаем, дети любят пластилин, лепить всякую чушь. Ну, вот решили попробовать. Каринка сейчас нам покажет, что мы купили. Да, сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть. Вот такая вот у нас штучка есть. Пластилин. Так, это у нас желтый цвет. Здесь палочка. Это у нас красный. Это голубенький. Их вот так сейчас поставим все. Это голубенький, это зеленый, это коричневый. Есть бабочки. Чтобы было всем понятно, тут на крышечках есть печати, которыми можно делать рисунки на пластилинах. Вот такие вот они у нас. Всякие разные. Я скажу, здесь бабочка коричневая, снеговичок зеленый. Божья коровка синенькая, елочка и бабочка. Да, вот так. И вот мы возьмем одну, откроем коробочку. Вот, тяжело открываются. А эти мы пока ага. Вот наш или пускай стоит, пластилинчик. Да? Да, вот такой вот. А ну, Карина, раскрывай его. На, как он лепится? Сейчас попробуем. Ну, давай мы его ближе смотрим, посмотрим. Вот такой вот у нас кусочек. Как кусочек банана какого-то отрезанного. Ага. Будем кусочек? Да, будем пробовать лепить. А ну, разрывай его, посмотрим. Да, надо намочить ручки, потому что на сухую он не хочет лепиться. А не сильно мочи их. Да? Немножко, да, чуть пальчики. Угу. Все, пробуй. Ой. О, теперь он не липнет, скользит, да, в руке? Угу. Мягенький? Да. Ну, классно. Ой, как тесто. Ой. Как тесто? Угу. Ну, давай, давай посмотрим. А ну дай папе, папа попробуй. Действительно, он как тесто. Давайте ближе покажем. Ну, папа все желтые. Да, вот видите, к моим рукам он липнет, потому что я не мочил ручки. Вот. Осталось на пальчиках. У меня уже желтого. А у Карины? А у Карины нету. Вот. Вот. Ну давай лепить будем, пробовать дальше, что у нас получается. Так. Что, слепим? Давай на коробочке вот посмотри, что там можно. А ну поставь коробочку, покажем, что можно. Можно уточку. Ага, вот у нас. Поставь коробочку. Вот у нас, если посмотреть. Вот уточку мы можем слепить. Ух ты, елки-палки. Тут целая история. Вот такой вот пластилинчик. Хитро-мудрый попался. О, Карина уже какую-то лепешку слепила, пока мы тут рассматривали. Да? А как он? Ага. Ого, он прилипает. А намочи пальчики. Намочи. Скатывай его в кучку. Ничего не смог. Ничего страшного. Вот такой вот он. Пластилинчик у нас. Сейчас мы вот так поставим.
А ну открывай другой какой-то. Этот, а вот назад его в баночку. Баночки для чего? Кружочек с него сделай вот такой, да, мешочек, не мешочек, а кружочек, да, и туда его назад. Вот так. Да, вот так вот. Вот. Удобно. Теперь бери какой-то другой, какой. Возьмем зеленый. Давай зеленый. А потом будем бабочки. Да, потом будем делать что-то. Вот наш Кеша там разбушевался, кричит. Мы тоже Кешу потом снимем. Потом снимем. А мы сейчас его покажем, да? Вон у нас запрятанный, сидит там. Мы его спрятали. Вот там вот так вот. Он спрятался там, маленький такой. Сидит, поет. Ну, это будет потом. Потом мы еще раз покажем про Кешку. Вот такой вот, да? Давайте уже откроем. Открыть хочешь? Ну давай, открываю. Надо ножницы. Нет, он так отрывается, разрывай. Ну пробуй. А, у тебя ручки скользкие, да? У тебя руки скользкие. Так, ну сейчас папа попробует открыть его. Давай. Точно? Ножнички. Ну сейчас, Карина, подожди, я тебе ножнички дам. Попробуешь открыть ножничками. А вот такие ножнички принес. Пробуй. Вот такие, да. Пробуй открывать. Вот наш Кеша разошелся на радостях. Да? Кеша дает нам пилюлей. Так. Ну они, в принципе, все, да, одинаковые колбасочки такие идут. О, здесь уже наполовину. О, здесь так разломался, да? А ну, пробуй давай делать лепешечку, ровненькую лепешечку, и мы вот баночки удобные, раз и в сторонку. Каждый цвет под каждой крышечкой. И попробуем сделать отпечаточек, да, какой-то? Да. Лепешечку, пальчики. Пальчики намочить обязательно. Все, хватит. Немножко макнула и все. Ну что, сильно мокрое тоже плохо. Чуть-чуть макнула пальчики и все. Ну, я думаю, детки разберутся, да, если будет у них такой пластилинчик, как лепить правильно. Да. Каждого ребенка своя фантазия. Да? Лепи, лепи. Скользкая, да? Вот придумали пластилин. Ну, специальную досочку Каринки подстелили, чтобы было на чем разогнаться, полепить. Давай, пробуй делать аккуратно. Да, пробуй делать лепешечку и сделаем отпечаточек. Поставь. Откроешь сейчас сама. Да? Угу. Пробуй открывать. Давай эти. Эти. Ой, не получается. Делай лепешечку. На столе. Давай, папа поможет тебе. Так, лучше мы тут проверим сейчас. Вот так вот. Ой. Ой, оно такое мягкое все. Какое-то как. Да. Как.
сейчас хорошо. Ой, а у меня липнет к рукам. Вот так, раз, 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 пальчики начали. О, а сейчас оно раз, 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 раз. Такое скользкое. Классное. Ну, массаж делает ручка. Да. Как приятное для деток будет. Приятненько для ручек. О. Так. И мы будем что-то такие у нас классные. Видео. Не получается. Это лепешечка. Давай, да. Ну, не надо обязательно. Такой у нас снеговичок. Где, где, где? Ага, вот. Такой снеговичок. Все, ну, Карин, давай пробуй нажимать печать, делаем. И так примерно сделаем лепешечку. Вот так, да, нажимай на него. Нажимай. А ну давай папа семейный. Вот так раз. Опа. Ах, не отлепилась, Карина. Мы же забыли, надо было намочить крышечку. Да, оп, есть. Получилось. Что-то, что-то да получилось. Давай покажем. Наоборот надо. Ты наоборот. Давай покажем хотя бы так. Вот такой. Это просто наоборот, чтобы вот вы, ну, не кричали. Угу. Вот такой вот снеговичок можно лепить. Так, ладненько. Остальное. Пластилинчик, о, класс, уже получается. Да, получается кататься? Да. О, ну, покажи. Вот так. О, классно. Да, а ну давай еще раз раскроем все, покажем всем, что все на месте, все да, есть. Да, сложи зелененький. Сложи зелененький, о, есть. А мы забыли. Сделали, ну ничего, это... ничего. Мы в следующем видео покажем, как рисуночки. Мы разберемся тоже, поделаем все. А первый рисунок? Это? Первый мы уже показали. Давай раскрой баночки, покажи, что все цвета, сейчас, какие они есть. Рядышком баночку открывай. Коричневый, да, у нас? Да. Доставай кулечек какой там, какой у нас цвет внутри. А, кулечек у нас... Внутри доставай цвета, показывай, какие, какие у нас там есть. Вот, коричневый, став на крышечку. Вот так, коричневый цвет. Вот. Красненький, да, у нас сейчас? Ну, он похожий, типа, ну, красная. На малинку да. Больше, малиновый, да? Ага, малиновый цвет. Ну, став на крышечку. Дальше какой у нас? Голубой. Синий. Голубой. Показывай, какой. Он бирюзовый, пластилин. Угу. Ну, став. А желтый не надо. Желтый, зеленый доставал. А, мы их раскрывали, да, уже показывали? Да. Ну, вот такой мы... Вот такие вот пластилины, да? Ну, обязательно вода надо. Без воды не получается его лепить, да? Ой, да. Ой, аккуратно. Без воды не получается лепить. Ну, мы в следующий раз попробуем что-то слепить и покажем, да, что у нас получилось с тобой. О. Ну, все, давай, говори всем пока. Пока.